Всем привет, меня зовут Сергей Шаляпин. Добро пожаловать в мой видеоблог, посвященный недвижимости Пхукета и всему, что с этим связано. Сегодня я расскажу о том, почему стоит покупать недвижимость именно на Пхукете. Если коротко, то Пхукет — это самый престижный в Таиланде курорт, идеально расположенный в Андаманском море, кстати, одном из самых чистых в мире. Здесь уникальный теплый климат, до 300 солнечных дней в году, и туристический сезон длится более полугода. И несмотря на развитую инфраструктуру, Пхукет не потерял привлекательности тропического острова. Жители страны улыбок известны во всем мире своим добродушием, гостеприимством и вежливостью. Визовые правила и так не слишком сложные, становится мягче год от года. Постоянно растущий поток туристов. В 2014 году более 25 миллионов туристов посетило остров. Этот огромный поток обеспечивает рост спроса как на аренду, так и на покупку недвижимости, не говоря уже о туристической отрасли. И на мой взгляд, то, что тайское правительство не сильно вмешивается в дела бизнеса, крайне положительно влияет на инвестиционный климат. Строительный бум на Пхукете длится больше 20 лет. Широчайший выбор первичного и вторичного жилья от 40 тысяч долларов до нескольких миллионов. На рынке недвижимости есть виллы и апартаменты буквально на любой вкус и кошелек. Подытожим. Покупая недвижимость на острове, вы не только выгодно вложите свои деньги, но и обеспечите себе пассивный доход от аренды. Вы получите больший доход, чем от банковского депозита, особенно если сравнивать с Россией или западными странами. Инвестируя в недвижимость, вы получите самостоятельный прирост капитала от повышения цен на недвижимость. Например, за последние 7 лет цена выросла в 2 раза. У вас появится дача в тропиках, куда вы сможете приезжать в любое время. В Таиланде цены на продукты, одежду, электронику значительно ниже, чем в других странах. То есть стоимость вашей жизни будет гораздо ниже, чем в большинстве крупных городов мира. На острове отличная медицина, есть несколько международных госпиталей, квалифицированные специалисты и современное оборудование. Остров представляет широчайший выбор спортивных, рекреационных и оздоровительных возможностей. Но вот, пожалуй, все основные причины покупать собственность на острове Пхукет. Если вы хотите, чтобы именно я помог вам выбрать недвижимость на Пхукете, присылайте заявки на электронную почту, которую вы видите на экране, или пишите мне в социальной сети. Ссылки на мои контакты и другие полезные видео вы найдете в описании. Спасибо, что смотрите мой канал, и не забудьте на него подписаться. С вами был Сергей Шаляпин. Хорошего вам дня, пока!